Буэнос-Айрес, мои дорогие хорошие! Сегодня хочу представить вам одну новую модную штучку, которая действительно в последнее время становится модной. Называется это дело полюдариум. Может быть, вы слышали, это называется акватерариум или флорариум. То есть суть дела, это такой стеклянный шкаф, где может быть емкость с водой, там у вас могут быть ваши любимые рыбки вонючие, и травка, где вы воссоздаете кусочек тропического влажного леса. Значит, суть дела в чем? Вот здесь аквариум, примерно 700, там на 300, на 500 такой, тут будут рыбочки жить. В воду будет спускаться некая там декорация, ну, там из водных растений, прибрежных растений. Дальше на заднюю стенку будет наклеена уже декорация там из, например, коры натуральной. Из субстрата будет, значит, наклеена декорация, и на нее, на этот субстрат уже будут высаживаться растения. Ну, в принципе, конструкция простая. Здесь у нас, как обычно, все идеально сделано. Сдвижная дверка. Вот, то есть дверка у нас тут двигается в профиле, два P-образных профиля. А вот эту дверку можно таким вот образом снять. Я знаю, вы любите там эти съемные двери. Снять, поставить в сторонку. Вот, и получить доступ к вашим этим всем травкам. Вот. И сверху, значит, здесь есть планки, все отверстия под форсунки, то есть тут будут установлены форсунки для поддержания необходимого уровня влажности. И под те самые цоколи освещения. Вот. То есть сверху доступ тут тоже есть, тут защитная крышка для сохранения влажности, опять же. И, собственно, из интересности две дырочки под фитинги для внешнего фильтра. Да, там и хейм какой-то пластик подключается, и все. Вот такая вот, ребята, у нас новомодная смесь аквариума и фитофильтра. Надеюсь, что вам понравится. Уверен, что в ближайшее время, там, ну, 5 лет, это точно будет популярно. Ну, оно уже набирает популярность. Это уже не первое, которое мы делаем. Вот, так что, если вам надо, мы к вашим услугам. Друзьяшки, все, подписывайтесь, обнимаю вас, чао, какао, целую, пока.